в замечательном зале. Здорово, что вы здесь собрались. Сейчас все поудобнее. Не забудьте выключить мобильные телефоны. Скоро мы начнем наш концерт. Сегодняшний концерт, особенный концерт. Мы давно все ждали его. Он посвящен цыганскому искусству. Русскому цыганскому искусству. Я считаю, что это национальное достояние России, цыганское искусство, которое прославило нашу страну, в том числе многие вещи, русский балет, все что угодно. Цыганское искусство – это одна из тех вещей, которая прославила Россию далеко за рубежами. И вот очень здорово, что оно выходит на большие сцены, опять и в Петербурге. Тоже замечательный артист. Сегодня будет, я расскажу вкратце, что нас сегодня ждет. Во втором отделении будет большое красочное шоу с танцами, со светом, громко и весело. В первом отделении более камерную музыку мы услышим, небольшие, малые составы камерные. Малые составы, но большие артисты, великие артисты будут выступать здесь. И я хочу представить первый коллектив. Все мы знаем, что в российской цыганской культуре очень много замечательных династий артистических, которые долгие годы нас радуют. И сейчас будет уникальная возможность увидеть одну из знаменитых династий именно во всей красе. И патриарх будет здесь, родоначальник этой династии, и его продолжатель его дела. И человек, о котором я говорю, это Александр Александрович Колпаков. Знаменитый цыганский артист, гитарист, виртуоз, семиструнник. Семиструнная русская гитара, которая благодаря цыганам во многом продолжает жить у нас в России и за рубежом. Вот. И Александр Александрович Колпаков, он гитарист, певец, замечательный певец и композитор. Он сочиняет песни. Замечательные песни, вы сейчас сами все услышите. Ну, он сам расскажет про свой ансамбль. Это Колпаков Трио, которое с успехом гастролировало и гастролирует во многих странах по всему миру. В 2008 году в мировом туре «Мадонна» они играли по всему миру, включая Петербург, на Дворцовой площади они выступали как специальные гости. А бы кого мы дома не позовем. Браво! Итак, я с гордостью Браво! Представляю трио Александра Колпакова. Thank you.
Здравствуйте, мои дорогие наши друзья. Мы здесь с вами вместе. И мне очень дорого. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам, люди.
Это все по-цыгански. Знаю всегда вражде и дружбе цену. Ты судом поспешным не греши. Гнев на друга может гнев мгновенный. Не заливать повсюду не спеши. Если друг твой вдруг погорячился и тебя обидел незначай, не вини его и не дорогу, и коня не торопись менять. Люди мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче бы друзей своих теряем. Обретаем их куда трудней. Есть и верный конь, а ради многу он споткнулся, а потом опять. Не вини его и не дорогу, и коня не торопись менять. Дальше было всякого немало, и бывало на путях крутых, как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных своих. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей, опасайтесь потерять друзей. Люди, берегите друзей. Наверное, так привыкли называть цыганочка, но это все-таки считается венгерка. Цыганская венгерка, как классические номеры. Thank you.
старушка промале постарела, а не молодушка да пыль подрела. А старушонке 40 лет, а не молодушке года нет. А старушонке 40 лет, а не молодушке да года нет. Ох, чаурале, перенамета родаса, ай не протарго, ленивый паруаса, ай не таргостер, ловый лас, а чароменцар, правин тагияс, ай не таргостер, ловый лас, а чароменцар, правин тагияс. Ох, дабу-дубу-дабу-дубу-дабу-дубу-дабу, ай, чечо, ах, эту зикава махнала, сыну дыхчок тут по камьон, мы дороги лопасти чья, сыну дыхчок тут по камьон, мы дороги лопасти чья. Ох, да старушка, то мало постарела, ай молодушка, да приговорила, а старушонке 40 лет, а молодушке до года нет. А старушонке до 40 лет, а молодушке до года нет. Оп! Попов трио. Друзья, друзья, это великолепно. Русская семиструнная гитара во всей своей красе. Цыганское искусство. Сейчас следующие артисты зайдут на эту сцену. Я уже говорил про цыганские династии. И сейчас мы увидим перед собой представителя, пожалуй, одной из самых известных цыганских семей, музыкальных династий. Это династия Эрденко. Эту фамилию, конечно, я думаю, все знают в этом зале, поклонники цыганского искусства. И это трио Лойко и его руководитель Сергей Иванович Эрденко. И скрипка и вокал. Гитарист Михаил Савичев. И еще один скрипач, Артур Горбенко, сейчас поднимется на эту сцену. Это особенные артисты. Они прославили цыганское искусство далеко за рубежами нашей страны. И привели его на самые престижные сцены. Они вот уже почти 30 лет
играют, и весь мир они покорили. Из последних достижений в этом году проект, в котором они участвовали, «Идиш Глори», этот компакт-диск номинирован на премию Грэмми, проект, в котором Сергей Иванович является музыкальным руководителем. Они только что вернулись с гастроли, они были в Австрии с этим проектом, с успехом. И сейчас они уже готовы, почти готовы появиться перед вами. Трио Лойка!
Старинную цыганскую песню, которая называется «Свадебная песня Маляркица». Yeah.
Матору мали матери,
Александр Колпаков, вот предпоследнее произведение, это было как раз вот наш цыганский шедевр, это «Цыганская венгерка». Это уникальное произведение, потому что все музыканты, кто бы его ни играл, это произведение, каждый старается вложить туда свои души, свои пассажи. Это вообще как бы произведение «Цыганская венгерка» вышло из романса «Две гитары». Знаете, это 19 веке, Аполлон Григорьев написал замечательные стихи. Вот, и вместе с Иваном Васильевым они тогда сочинили вот это произведения. А Иван Васильев был водителем Соколовского хора. Вот сейчас мы хотим предложить вам свою версию «Цыганской венгерки». Так что просим. Thank you.
Балканах, там везде считают, что они везде написаны. Русские цыгане тоже считают, что эта песня написана у нас в России. Это песня «Джилеп». Это одна из самых замечательных, гениальных русских цыганских песен. Идея поется о том, что как здорово, когда вот есть кибитка, есть твои родные, ты сидишь в ней и едешь по дорогам. Эх, ромалы, эй, чавалы. Очень сложный текст. Если вам не сложно, вас в этой песне подпойте ее вместе с нами, когда будем петь второй, третий куплеты. Первый мы сами споем, а потом будем вместе. Thank you.
великолепное трио «Лойка». Артур Карпенко, Михаил Савичев и Сергей Эрденко, великолепная «Лойка». Друзья, мы объявляем антракт 10 минут. И во втором отделении мы продолжим этот праздник цыганского искусства. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Второе отделение. И сейчас я хочу позвать на эту сцену идейных вдохновителей этого концерта, художественного руководителя ансамбля «Рио Романес» Руслана Ореховского и художественного руководителя «Трио Лойка» Сергея Эрденко. Добрый вечер, дамы и господа. Раз, раз. Работает. Вот. Сегодня, конечно, необычный концерт. Я давно мечтал, чтобы в Петербурге состоялось нечто подобное. Я даже не помню, когда состоялись такие концерты, когда вот разные коллективы разных школ могли выйти на одну сцену и показать свое искусство. Сейчас вот будет второе отделение. Оно будет резко отличаться от того, что вы видели в первом, потому что был Саша Колпаков, это московская, скорее, школа, гитарная школа, и вот трио «Лойка». Это уже, я бы сказал, питерская школа. Но то, что касается вот группы, которая будет выступать сегодня, корни этой группы уходят в старину, именно в петербургскую старину, во времена там, 50-х, 60-х годов. А если еще заглянуть дальше, они еще уходят в дореволюционные времена, когда в Петербурге был знаменитый шишкинский хор «Цыган», который выступал на самых престижных сценах города Петербурга, и в Мариинке, и в филармонии, они выступали на равных с самыми знаменитыми артистами. Вот. То, что касается Маргариты Шумской, в 50-х, 60-х годах она была, может быть, самой яркой звездой в цыганской музыке. Еще, может быть, рядом мог стать там, Валентин Баглоенко. Были еще Дулькевичи, вот такие династии в Петербурге, которые еще остались с времен русского Петербурга, я имею в виду дореволюционного. Вот. Алеша Дмитриевич тоже был в Петербурге, это самый знаменитый цыган. А Маргарита Шумская, у нее был потрясающий голос, у нее был очень мягкий тембр, она не кричащая была певица, она пела душой, это гораздо ценнее всего остального. Я знаком был с ее сыном, мы работали вместе в театре «Ромен», он был потрясающим танцором, он даже был зятем Николая Алексеевича Сличенко, так что очень такие серьезные связи между Москвой и Петербургом в лице сына Шумской. Вот. А сейчас я хочу передать микрофон ее племяннику Руслану, который создал вот этот замечательный праздник, который сегодня обогатил нас всех. По крайней мере, то, что касается меня, я бесконечно счастлив, что в цыганской музыке на сегодняшний день, в 2019 году, происходят какие-то события, потому что цыганская музыка немножко ушла в подполье. Но мы постараемся легализироваться. Даю трубку. Большое спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас сегодня в Колизей-арена. И, конечно, благодарим всех наших участников, которые выступали до этого. Сан Саныча Колпакова, Сергея Эрденко, прекрасного музыканта, моего учителя, друга и соратников тех идеях, которые мы пытаемся внедрить и пытаемся показать вам настоящую цыганскую красивую музыку и то, как она может приспосабливаться по-хорошему к новым веяниям в музыке. Вы уже слышали, что Сергей выдвинут на премию Грэмми в 2019 году. И это говорит о многом. Это говорит о том, что этот жанр растет, развивается и, конечно, будет иметь своего достойного слушателя всегда. И прежде всего вас, которые присутствуют в этом прекрасном зале и которым мы хотим отдать частичку себя. Второе отделение у нас будет тоже цыганским, но это будет определенное шоу, которое будет исполнять Рио Романес, сестры Руслановы, и эти коллективы
постарались тоже собрать и впитать в себя все лучшее, что было в цыганской музыке. Ну и, конечно, немножечко я бы хотел сказать о Маргарите Шумской, о том, как важно, конечно, иметь хорошие семьи. Цыганские семьи, они все хорошие, все очень дружные и очень любят музыку. Ну, вы понимаете, что веками цыганский народ преодолевал трудности, и преодолевал их прежде всего с помощью песни. И праздник, и в горе, и в какие-то другие жизненные случаи. Ну и, конечно, то же самое происходило и с нами, и со мной, когда папа мне играл колыбельную на скрипке. Маргарита Шумская подмигивала мне со сцены, а я сидел 6-летним ребенком на переднем ряду, и я понимал и впитывал то великое, прекрасное, соответственно, что они могли делать и то, что они давали. И мы хотим видеть вас в наших любимых слушателях тоже такую большую, по-хорошему, по-цыганскому духу семью, понимающую прекрасную музыку, которые ее очень любят. Перед вами Рио Романес и сестры Русланова. Запляшут, гуляет нога, ломая зеленые стебли. И я вспоминаю шатры и луга, повозки цыганок и степи. Amaro di me.
Добрый вечер. Привет, Романес. Мы очень рады представить вам новую программу «Рио Романес» и трио «Сестры Руслана». Thank you.
Дорогой зритель, мы рады объявить премьеру. Сейчас прозвучит романс на стихи Марины Цветаевой, на музыку Руслана Ореховского, который называется «Ошибка». Оставь
полет снежинкам с мотыльками. И не губи медузу на песках. Нельзя мечту свою хватать руками. Нельзя мечту свою держать в руках. Любили чай.
сестры Руслановы. Танцевальное трио сестры Руслановы. Замечательный сегодня концерт, и такие метры цыганского фольклора уже были на этой сцене и уже говорили эти слова. Обратили внимание, что цыганская венгерка была и в Колпаков трио, и в трио Лойка. И судя по всему, наш друг Сергей Руденко как-то обозначил, наверное, это на сцене, то, что это особенное произведение для всех музыкантов, которые играют данное направление музыки. Мы решили не отставать и представим вам нашу, свою версию цыганской венгерки. Thank you.
жили на этом белом свете два прекрасных цыгана, жили в разное время. И мы взяли на себя смелость представить, что бы получилось, если бы они были знакомы. Они наверняка были бы друзьями. Это Пабло де Сарасата и Джанго Рейнхардт. И поэтому следующую пьесу мы назвали «Пабло и Джанго». Thank you.
хочу объявить участников нашего коллектива. Играем, игра! Кларнет, наш несравненный Илья Гиндин. Соло-гитара, Владимир Богомолов. Наш всеми обожаемый виртуоз. Аккордеон, Андрей Савкевич. Басист, Артем Баграмов. Наша основа и почти наше все. Наш ударник Юрий Хоманенко. Наш замечательный виртуоз, скрипач Артур Горбенко. Наша несравненная солистка Кристина Матулевич. Я Виталий Студилов. И наша великолепная вокальная перкуссия, шоу, хореография Юлия Марцинкевич. Я протардо, сиво на сюпі кіндіато, рома не будить я пропія сарелове протардо. Красно на сюпі кіндіато, рома не будить я пропія сарелове протардо. А то кирбуча гори чавали, і дитка сип'я стане чавали. Зоже те кереска на яве, на кирепшала, за те те не чаю я ромали. Зоже те кереска на яве, на кирепшала, за те те не чаю. Дружим я ленге пере самамо. Сором я памекера, скутрані та каспія, спаткалась не зачіва самамо. Сором я памекера, скутрані та каспія, спаткалась не зачіва самамо. Участникам, которые сегодня были на этой великолепной сцене, мы от лица Рио Романес хотим сделать большой поклон. Большое спасибо за поддержку. А теперь Лума! Ла!
Ранурі. Я, ту, три, штат. Умба-лумба-лумба-ла, айде, айде, умба-лумба-лумба-ла, айде, айде, умба-лумба-лумба-ла, айде, айде, умба-лумба-лумба-ла, айде, айде. Сестры Руслановы и Рио Романес. Я, ту, три, штат. Алаба, цик, 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 алаба, цик, 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 алаба, цик. Спасибо, кто организовал этот замечательный праздник цыганской культуры. Спасибо артистам. Мы приглашаем на сцену артистов, которые нас сегодня вновь порадовали и удивили. Трио Александра Колпакова. Александр Колпаков, Вадим Колпаков, Николай Колпаков, Сергей Эрденко, Николай Савичев, Артур Горбенко. Рио Романес. Виталий Скутилов. Человек, без которого сегодняшнего концерта бы не было. Руслан Ореховский. И все цыганские артисты. Друзья, спасибо большое, к сожалению. Как говорится, встреча с прекрасным всегда бывает короткой. Спасибо, спасибо. Мы бы хотели, конечно, чтобы этот праздник продолжался до утра. Но, к сожалению, он заканчивается. Мы надеемся, что это был не в последний раз. Следите за рекламой. До новых встреч. Спасибо.